Подвид-роевик готов к улучшению. Обнаружено существо с полезными генами. Позволит роевику порождать летающих саранчидов. Нужно поглотить, получить эссенцию, улучшить рой. Планета Круксас-3. Новый Вавилон. Эссенция находится на территории Доминиона. Местный вид. Умеет летать. Обладает необходимыми для роевика фрагментами кода. Из гнезда можно получить эссенцию. Позволит роевику порождать летающих саранчидов. А доминионцы станут отличными мишенями. Войска тиранов преграждают путь. Нужно уничтожить. Получаю генетический код роевика. Новый вид. Падальщик. Порождает летающих саранчидов. Начинайте осаду. Окопайтесь тут и уничтожьте ракетную шахту. Наземные силы тиранов оказывают сопротивление. Нужно использовать падальщиков. Воздушное превосходство. Шахта разрушена. Вперед! Нужно уничтожить другую. Ракетные шахты уничтожены. Вторжение роя можно продолжать беспрепятственно. Подготовка к новым испытаниям. Планета Игнос. Недавно была убита мать стаи. Стая в опасности. Организм «Пепельный червь» атакует стаю. Б.
быстро передвигается под землей, неуловимой. Эссенция необходима для усовершенствования Рывика. Уничтожить. Получить генетический код. Это пепельный червь! В атаку! Под планетарной корой перебрался в новую точку. Надо преследовать. Эссенция получена. Внедряю в генетический код роевика. Ползун прокапывает проход в планетарной коре. Выходит на поверхность в указанной точке. Инкубатор атакован. Роевики должны прокопать глубинные тоннели. Защитить улей. Дополнительный улей под атакой. Нужно защитить. Защита ульев прошла успешно. Доминион разгромлен. Нужно подготовить к интеграции генетический код роевика. Возвращаюсь в эволюционный отсек. Генетический код готов к интеграции. Жду решения. Новый подвид.